Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусунёк и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. А всем привет. Ребята, давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Карта FNAF 3 с лифтом, как вы любите. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сегодня будет классный ролик, потому что мы будем строить бабушкины калитки. Тысячи лет мы это не делали. Сейчас будет у нас урок, как это делать правильно. Гусунёк, запоминай. Берем калитку. Так. Запомнил? Да. Вот так вот. Так, берем веревку. Я тоже запоминаю, чтоб. Да. Обязательно в веревке добавляем жесткость и делаем предел силы, добавляем нолики там. Гусунёк, ты запоминаешь? Да. Запоминай, потому что это очень сложная конструкция. Ее может повторить только единицы. Так, Балунбой, ты не в тему, но скоро ты сможешь тут ходить, и мы тебя будем избивать ногами по голове. А за что его так? Ну вот так вот он, потому что мне не нравится как человек, как аниматроник, мне вообще не нравится. Ну ладно. Так, обязательно мы берем теперь толкатель. В толкателе мы силу не меняем и ставим толкатель вот такого размера, Гусунёк. Вот что-то он большой. Да-да. Вот маленький есть у нас. Вот так вот. Проверяем. Дует. Отлично. Так, Гусунёк, ты готов? Да. Проверяем. Ого. Работает? Работает, ребята, бабушкины калитки в действии! Я его дамажу? Откуда ж мы знаем? Сейчас я, пацаны, кнопки поставлю. Он же там может пройти, ну давай не с этой. Не пройдет. Тут сила дебела, видишь, он рахит. Смотри, я его даже загреб. Ой-ой-ой. Эй, вы калитка! Пацаны, браков! Ну, бракованная калитка попала. Все, берем. Пацаны, не сможет. Блин, это стрёмно. Что-то там механизм, пацаны, запутался. Ну ничего, это же демо-версия. Я ж только учусь их делать. Гусунёк, ты хорошо строишь бабушкины калитки? Не. Я тоже плохо строю. О, все. Поправилась. Ура, Роблокс. Че он там щемится? Ты куда лезешь? Так, энергии у нас нет. Слышите звуки какие-то? Как будто здесь много аниматроников ходит. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, а я вижу, один охранник пошел. Давай мы его оставим там пока, мись. Он тут вообще возле входа. Так, ставим кнопки. Так, кнопки. А, откройте. Да не, ты посиди там. Ты должен умереть. Нет. А ладно. Идет аниматроник, смотрите. Ого. Так, если что, я успею. Горбатый хрыщ. Идет. Да блин, механизм плохой. Надо там упоры, ребята, поставить обязательно. Ребятки, нам сейчас будет все. Я в шкаф. Ты в шкаф давай заходи. А ты обернись. Как вы его пустили? Так кто? Он сам. Что с двери? Вы закрыли. Да закройте калитку с этой стороны. Да блин, пацаны. А он же. А он не может убивать, он только скримеры может пускать, пацаны. Я в коробку. Хорошо. Давай. В коробке буду сидеть. Так, первая кнопка у нас биндится. Блин, а где же ее тут поставить? Ладно, давайте здесь поставим. А ну, понажимайте, проверьте, работает мой механизм. О, прикольно. Только не пускай его. А что-то она не работает. Нет. Да пацаны, да кто-то калитку плохо построил. Давай, толкай. Да пацаны, жми кнопку. Да блин, мы живые, отлично. Это ничего так не работает. Так, надо калитку нашу доработать. Тихо. Может, он не убьет нас? Знаете, ладно, убьет. Этот уже скример не бросает. Этот аниматроник бьет всех. Мочилово. Так, идем тихонько. Нам теперь как надо добраться. Ой, нам надо как-то добраться. Дверь закрыта. Так, отлично. Я в канализации. Ой, вентиляции. Канализации. Ой! Он уже здесь! Да ё-моё! Да как он так быстро перемещается по карте? Что за бред? Он же не должен тут быть. Тихо! Опять аниматроник. Нет, это я иду. Открывайте, да нет, там калитку. Ползет челепиздри какой-то. Так это я, открывайте калитку. Это я вот тут. Так, тихонечко идём. Санёк, открой. Спасибо. Блин, за мной лезет аниматроник вентиляции. Вы можете мне помочь? Пожалуйста, откройте вентиляцию, быстрей. И только я зайду, сразу закрывайте за мной. Только я зайду сразу. Ну, откройте! Открой, вы конченые! Ребята, да ё-моё, так же обосраться можно! Зачем вы так делаете? Это некрасиво! А это я сделал, за ту роль.
А, вот так, да, ты? Да, да. Так, ребята, надо нам здесь поставить упор. Ой. Так, подождите, сейчас мы найдем классный механизм один. Я камеры смотрю, кстати. Вот, мы здесь поставим стул. Все, смотрите, я доделал наш механизм. А ну, открой двери. Ладно. Он идет. Давайте мы эту штуку удалим, она только мешает нам. Во. Смотрите, проверяем, как она работает. Закрыто, видите? Да. А это открыто. Ага, все, закрывай, закрывай. Закрывай. Все, допилил, всего лишь надо было синяя табуретка. Я не знаю, как это работает, но оно сработало. Только теперь немножко механизм так сделан, что аниматроник точно не сможет зайти. Нам теперь главное не провтыкать, закрыть эту калитку. Так, вот он ходит. И что он делает? Просто стоит? Он маску поправляет, видели? Да. Я по нему поставил. Убежал. Со мной. Он тебя сейчас убьет. Со мной. Быстрее, закрывай, закрывай. Отлично. Мы его обман, получается, ты ему по жопе стрельнул и убежал? Да. Молодец, да. Своя школа. Что ты, щенок? Ты нас не убьешь. Мы зашкерились хорошо здесь, пацанами. Мы профессиональные выживальщики. Так как мы никто не играет. Вот он, смотрите. У меня даже профессиональные очки. Это подчеркивает того, что я профессионал. Быстрее, 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 быстрее. Есть! Отлично, ты опять по нему стрельнул? Не, я только хотел... Не успел. Сам... Так, мы сейчас будем его, короче, дразнить и посмотрим, как он нас сможет поймать. Сможет ли он нас обмануть? Потому что пока мисс обманывать у нас получается хорошо. Да блин, надо на ноги. Да ну блин, уходи. Вот идет. Фокси. Фух. Нажал красную, да? Что? Ого. Что? Так, что он хочет от нас? Он жрать хочет. Ой, я тоже хочу этот фонарик взять. Это очень классная тема. Бери. Ого, стрёмная музыка такая. Опа, бежит. А он не может никак открыть. Все продумано до мелочей. Ты не сможешь. Опа, я его ранил. Фу, я сейчас был в вентиляции, он чуть меня... Ты умрешь. Вот, Дима, ничего. Да что ж дверь не открывается? Разго... Ого. Лезет аниматроник. Так, пацаны, я вырвался. Ладно, ладно, не смог. Ну, видишь, какой он жесткий. Открой, открой, открой. Не открывай ему, он плохой человек. Куда его? Я запомнил. Запоминай, это тебе не пригодится. А я внизу. Я сейчас буду кое-что делать. Так, надо мне его чем... Во! Да блин, да как ты убиваешь на расстоянии? Что такое? Я замешкался, надо было сразу оружие брать мощное. Так, я свалил оттуда. Ну, гусанька он убил. Поедешь со мной? Погнали. Так, надо очень мощное оружие, очень. Я знаю, быстро, быстро, быстро. О, приглаждатель взял, молодец. Да кто жмет? Он. Он. Слышь ты, он. Так, тихонько. Я тоже иду, не спеша. Аккуратно. Он походу убежал отсюда. Да не, он где-то здесь. А как он мог убежать? Мы бы его увидели. А, вот он. Я же сказал, что он где-то здесь. В лифте? Да. Вот жопа, блин, обманул нас. Ай, блин, обмочку. Да что я там бьюсь? А, он убежал. А мне кажется, он наверху. Нет? Давай, наверх. Да все, еду, еду. Ты смотри, мы его не можем выследить. Какой хитрый аниматроник попался. Я так чисто, знаешь, ну типа пугаю его. А лифт вызвал кто-то. Он, да наверное, что ж он... такое, внизу был? Да он издевается над нами. Да. Он фу, как он. Он мне очень сильно начинает не нравиться. Согласен. Стой. Думаешь, он там?
Не знаю. Давай, я, короче, красную гранату беру. Только вы не идите сразу. Давай. Стойте. Понятно. Халашматки, блин. Это было так жестко на самом деле. Я так подготовился гранату бросать. Вот прям сильно. А оно, видишь, не сработало. О, как жжет. Тупой. Да блин, Саня. А ты зачем один пошел? Я же хочу с вами. С тобой. Так, мы должны его замочить, пацаны. Если мы его не убьем, то все, мы рахиты. Только смотри, не киня бы, а вы Санька. Да я вообще не целился на него. То так стоял опасно. Так гранаты, ты видишь, они рахитные здесь. Да как, я умер. А, я, наверное, стрелял, сюда граната прилетел. Ты нормальный человек? А ты думал, нет? Да я думал, что нет. Вот все, ты думал, что он внизу там? Да что ж такое? Ты там стоял близко к гранате. Ай. Да? Я очень сильно разозлился, ребята. Как нам его убить? Вот как? Да никак. Нет, мы должны его убить. Он берет аниматроника, у которых очень мало жизней. Пригвоздил, пригвоздил. Хорош. Успел? Ой. Ой-ой-ой. Что? А что ты там сделал? Это бомба Дима, заспавнилась. Так как? Меня тоже убила бомба. Ой, сейчас что-то произойдет очень нехорошее. Она сейчас взорвется. Есть! Ой, хорош. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Бабах, давай. Ну, гусаню, ну бомба. Все.